Я хотел бы представить ряд наших руководителей правоохранительных органов приказом Министерства внутренних дел по Республике Татарстан от 2 июня 2017 года за номером 644 подполковник полиции Бадретдинов Руслан Фаритович назначен на должность заместителя начальника управления МВД России тире начальником полиции управления МВД России по городу Набережные Челны. Ранее замещал должность начальника отдела полиции номер 3, центральный. Достаточно хороший опыт работы, хороший послужной список, возраст позволяет, поэтому мы надеемся, что в качестве заместителя начальника шумно, прошу успокоиться. В качестве заместителя начальника управления, начальника полиции, будете активно работать. Надеемся на эффективную, результативную работу. Успехов вам в вашей работе. Присаживайтесь, пожалуйста. Приказом министра внутренних дел по Республике Татарстан подполковник полиции Кочетов Вячеслав Михайлович назначен на должность начальника отдела полиции номер 3, центральный. Управление МВД России по городу Набережные Челны. По службе характеризуется положительно. Прошу любить и жаловать. Оказать поддержку всемерную, руководитель района на меня смотрит. Поэтому во взаимодействии с территориальными органами самоуправления, взаимодействиями общественными формированиями, надеемся, что будет выстроена эффективная работа. Проявил себя на предыдущей должности достаточно хорошо. Высокие показатели служебной деятельности. Надеемся также на эффективную и плодотворную работу. Успехов вам желаю. Присаживайтесь, пожалуйста.